Дорогие друзья, дорогие ребята, мы собрались в Берлине, вашу поддержку. Мы очень надеялись, что у нас состоится телемост, и мы будем друг друга видеть. И то, что вы видите сейчас в кадре, вас подбодрит и придаст вам уверенности, что вы делаете правое дело. Мы очень глубоко впечатлены и поражены тем, что вы набрали смелости. Мы понимаем, с каким риском это связано для вас, для вашей семьи, для вашего здоровья, для вашей свободы. Тем не менее, вы вышли поднять голос за нашу страну и за свободу в своей стране. Мы понимаем, что наши воины сражаются и за вас, а вы вышли сейчас поддержать нашу страну. Может быть, что-то когда-нибудь изменится, и мы снова вспомним, что мы когда-то были братьями. Мы здесь написали, что вы соль земли. Это слова Иисуса Христа, неважно, кто поклонен, неважно, кто поклонен вероисповедание. Соль земли – это значит то, что не дает земле испортиться, прогнить и протухнуть. Вы стоили русской земли, вы 16%. Мы с вами, спасибо. Слава нашей стране Украине. И слава свободе вашей стране. Спасибо вам. Низкий поклон. На самом деле мы думаем, что вас намного больше, чем 16%. Мы не верим, что вас только 16%. Да, просто 16% это те люди, которые действительно набрали смелости и вышли. За что вам низкий поклон и большая благодарность. Выйти здесь, в Германии, выйти там, это, конечно, две большие разницы, мы все это понимаем. Сегодня мы собрались здесь, хотим просто сказать огромное вам спасибо, что вы сделали, пошли на такой шаг. Мы действительно это ценим от всего нашего сердца. Спасибо. Не сдавайтесь, не сдавайтесь и продолжайте. Мы чем можем вам? Слава героям! Знаете, есть разные философии, разные изречения. Вот в китайских философиях говорят, что нужно не потерять свое лицо. Так вот, помните о том, что написано в Библии, и вообще о каких-то ценностях чисто человеческих. И поймите, когда вами манипулируют вашим сознанием, и будьте просто добрее. Конфликт, который сейчас происходит между Россией и Украиной, рассоединяет семьи, рассоединяет друзей, бывших друзей, наверное. И нам не хочется, чтобы это было то, что будет в будущем дальше еще большим конфликтом. Мы действительно хотим достучаться до тех людей и до еще большего количества людей, которые могут трезво мыслить, могут анализировать ситуацию и не поддаваться пропаганде. Мы здесь стараемся сделать все, что в наших силах, и мы верим, что в наших силах все-таки что-то есть, чтобы изменить отношение общества к России, потому что очень много людей, которые все-таки доверяют и прислушиваются к путинской пропаганде. Мы стараемся. Мы стараемся за вас, так как вы для нас стараемся. Спасибо всем, кто вышел сегодня. Спасибо. Спасибо. Мы с вами. Мы с вами. Спасибо. Спасибо большое. Слава Украине! Героям слава!